Поздравляю. Я рада за вас. Ваня, это мои внуки. Ваня, ты лучший. Да, тебе. Маша, повезло тебе, у тебя такой Ваня. А я вот, понимаешь, не попалась мне такого мужа. Вот. Еще сядешь, встанешь, он сам смывает. Ой, сейчас упада будет. Мы сюда уже как домой прилетаем. Я даже без Жени справляюсь, видишь? Никого просить не надо помогать. Самый лучший туалет для себя. Капец, туалет классный. Смыло. И аромат пошел. Офигенно, чистота, порядок, просто вот вау. Ужасно, на палке. Огромный. Вообще, прелесть. Туалеты чистые. Вообще, вот такая вещь. Красота. Сумка не тяжело. Ваня, я в восторге. Здесь как вы думали, или чуть-чуть получше, нет, хуже? Лучше. Догоняю. Ой, осторожно. Здесь вообще чисто. Современный, хороший. Вообще, я в восторге. Была во Франции, Шарль-де-Голь, аэропорт. Там и грязные бичи валялись. Короче, я в восторге. Во Франции там, по сути, грязно. В Германии там учишься во Франции. Вот так идешь, и лежат вот эти бездомные. Снаха ваша. Добро пожаловать. Добро пожаловать в наш город. Ой, какая тяжелая. Ваня, это мои любимые, да? Да, личи. Ты помнишь, приезжали и это, кушали их? Личи. Это такие... Шкурку убираешь? Очень вкусные. Да, очень вкусные. Главное, что пысра пропадет, поэтому... Поэтому, да, их это... Надо сразу, да? Да. Офигенно, я так домой их не ела. Как-то нельзя за щеку прятать, да? Какая вкуснятина. 没看到孙子孙女有没有点难受啊? 吃饭还好,跟着妈妈的嘛. 很放心的,等身体好了再过来. 这样也好. Бабушка, моя мама сказала, что наоборот, что хорошо, что маленькая группа, потому что мы можем с вами везде гулять. Да. Плохо, что только внучек не привезли. Ой, сейчас они приедут. Приедут они. Там не останутся, давай. Да. Выздоровят и приедут. Через неделю, наверное, уже здесь будут. Да, хорошо. Гаджин, гнохуэйсин, дауэйтадолэй. 去骑车吧，把你充电桩也装好了。 Прямо, знаешь, можете гордиться, да? Да, столько красиво, ухожено все. Ну, я только в Москве видела так. Честно. Там в Москве и то не так. И то не так. Здесь да? Лучше, да? Вообще здесь класс. Вообще красота, да. Обалденно. Вообще супер, супер, супер. Китай это вообще number one. Смотрите, вот это здание, ага, где вы будете жить. О, видите? Ого. Обалдеть. Да. Надя, Надя уже не удивится. Да, да? Надя, это я. Господи, это я.
Да, да. Там еще его пык. Сейчас вам покажем. Его животный. Вот там, где у Вани была мастерская, вон там, да, Ша? Нет, да, вот туда. Вот туда, туда. Приехали. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать, Костя, домой. Спасибо, Надя. Добро пожаловать, Костя, домой. Смотрите, его пык это. Надя, какая. Ой, как это похудела. Костя, тебе надо кормить. Костя, будь видео смотреть, обзавидуется. Скажет, у меня дома и без меня. На какой этаж? Мам, на 45-й. Я кроме 9-го нигде не была. Да? Да. И Женя в Москве 9-й. Да. Какую я могла 45-й? Да. Офигеть. Так это Костины апартаменты? Да, 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 да. Были Костины, стали наши. Все. Костя отдыхает. Костины, домашний вип. Карточку нельзя забывать. Да, карту сначала. Я сам сам. Да. Все, поехали. Ваня, до чего техника пошла? Да, это значит, не любой человек может домой к Косте пойти. Избранные так. Поезд свой ушел. Надя вообще уже здесь прописалась. Что там поезд один раз ездил? Очень быстро здесь. Кошмар. Калыши-то. Нифига себе. Костя, если ты смотришь, все, твой дом наш дом. Все, посмотрим Костиные комнаты. Да, пойдем. Какие он нам комнаты приготовил, да? Мясо да, туда, но бисиком. Так, у нас 0,6. Да. Вот она уже как домой ходит, видите? Да, да, да. Надя, да, ты да. Вообще молодец. Так что мы теперь рядом. А двери какие тяжелые, Ваня, они как дубовые. Кошмар. Да, захотите. Все. Карту поставите вот а здесь. А я знаю, Ваня, знаю. Ага. Я-то все. Знаю. А я не знаю, буду знать. Ваня. Офигеть, какая ванна. С ума сойти. Костя. Посмотри, мама. Ох. Вот смотрите, Костя здесь и танцует, а Варя там дальше смотрит. Блин, это как же так, а? Ну-ка, ну-ка, во! Вот оно! Но можно кнопку нажимать, понятно, закрывать. Понятно, понятно. Вдруг стесняйтесь. Это как жалюзи, да? Шикарно, да? Ну, да. Там гладильная доска, это синица. Какого уровня? Обычный, обычный. Да ладно! У нас даже люксов нет. Вот. Надя, где вот Надя, где кнопка, чтобы вот это открывать окно? А, вы видишь? Видите? Нифига себе! Мы в тот раз не на таком. О, сегодня еще хорошая погода, да? Ой, голова и вода там, и это у меня не кружится. Мне шикарно. Классно. Ваня, я первый раз на такой высоте, только на самолете. Получается выше, чем даже вот это здание. Да. Да. Вообще классно. Ой. Это гостиница обыкновенная. Мам, посмотри, какой вид обалденный. Как это? У нас таких нету люксов. Какая красота. Во, во. Костя не отдадим. Все. Мы теперь здесь. Ой, какая красота. Ой. Мы по Европе, Ваня, ездили такие. Подойдите, идите в туалет, подойдите. Подойдите, подойдите. Вот. Еще и с
Ой, сейчас вода будет. Просто заходишь в туалет, он тебе сам открывает крышку. Да. И попу тоже моет. Это космос. А вы посмотрите, как это сам закрывается, да? Да? Закрывается сам, да. Угу. Ну, утро вообще шикарно. О, вот это вообще. У бабушки в зобу дыхание сперло. Так что... Мам, там даже вон весы есть. Нет? Пошла покушала, пришла взвесила. Сколько лишь... Давай я взвешу. Сколько же я потеряла по дороге, а? Я же должна была похудеть. Супер, Ваня, супер, просто вообще шикарно. Я в таком отеле еще не жила, скажу, честно. Ну, да. Посмотри, правда, 84. В Москве были, Вань, в космосе жили, но там тоже так себе. Я не очень, да. Вообще там как дешман. Да. 80 было, 24 килограмма. Буду худеть. У китайцев... Белковая пища, меня, это да, я не буду жрать подобное. Вообще классно вообще. Там нянка цвет, Мы ждем, пока. Когда я на чё зовла? Сагни, мы нянка мы мали за, вон хоза танг за сам лангды. Жу а жу фу, ю дя джима, потом хочу го сау хоти. Жу я когда я мы сен си нэ, зовла? Да, Не先把你身子好，等到好点，稍微好点要过来，否则总归太把地的呢。想来想去，机票发台了，今天上飞机了嘛？人家都到这阿拉木头了。真的辛苦，娘说。Ладно, я машины посмотрю. Да. А Надя уже не чувствует, потому что она все видела. Я не видела, я хочу ее, потому что эта машина теперь ваша будет. Все, пришли. Ха-ха-ха. Не шансы тяпа, не на буцуа. 12, как у нас. У вас такая же? Да. Какая прелесть. Заходите, заходите, смотрите. Тоже камера. Да. Бабушка, садитесь у вас с правой стороны. Тормоз нажимайте. Тормоз. Ваня, надо сиденье подвинуть. Да. Ваня, там никуда не завезет. Нет, тормоз нажимайте. Смотрите. О, сама закрывается. Да. Ужас, никуда не поедет. Баболёда, смотрите, там есть и кнопка длинная. Вот это? Нет, вот слева, это? Да, нажимайте. Нажимай. Она сама закроет дверь. Всё. О, камеры везде. Да, зато Ваня, когда дождь, да, не спотеет. Ваня, это теперь надо ездить вот по этим камерам, я так поняла? Да, да, да. Надо привыкать. Это капец. Я бы не смогла. Я не смогла, наверное. Да. Хотя у меня 30 лет водительского стажа. Только вперед, я привыкла вот по зеркалам. Да. Сейчас этот вот здесь система автопилот есть. Даже не надо смотреть вперед, можно ехать. Вань, ну это просто фантастика какая-то. Да. Ваня, я счастлива, что хоть посижу в такой машине. Ваня, заберут свою машину, покатают, конечно. Да, сейчас заберем машину и поедем. Ой, мам, посмотри, крыша какая панорамная. Наша машина, вот когда, например, сейчас нет солнца, да, будет прозрачный. Я сейчас тормоз отпущу, она не уедет? Нет, нет, нет. Газ нажимайте. Газ боюсь, Вань. Классная. Классная, Вань. Ваня, как отсюда выйти? Вот тут кнопка
которые этот бабушка нажимала? Два раза. А, нет, два раза. Все нажала. Вот это, да. Два раза, сразу. Смотрите, я здесь и стою, не откроется. Смотри, закрывайте вот так. О! Моими правами нельзя, да, здесь поездить? Нет. Я права взяла с собой, но нельзя, да? На всякий случай. Ну-ка давай бабушку. Щелкни ее. Да, вас фоткай. Алло! Наша матери. Идите сюда. Я бы только хвастом говорил, мы мой папа, хава. Да. Я думаю, что сегодня самое лучшее на хвасте. Смотрите, 6.1 儿童节 快乐. Если бы ты в Казахстан приехал на этой машине и приехали бы в школу, там вообще все с ума бы сошли. Да, здесь и написано Хелига. Вот здесь, наверное, Ваня, давай. Давайте. Бабушкам отошлю. Давай. Раз, два, три. 和哥正好还有我们的钥匙卡片都是在这里上海了吗可以可以上海我能出去秀一圈吗我的车可以哈哈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 
Ну как я с бабушкой, она такая высокая.你们去看一下车子。好呀好呀好呀。听说今天特地南京运过来的雷总跟我说，他人呢？他马上就过来，现在正在忙，也得去。好好好。最后还是栽在你们雷总手里啊，从七五一直买到起源，起源一直买到阿伟塔。太信任可我们了。啊，送花，他感谢你，他说。 服务太好了，没见过这种。где наша Ваня？Вперед, вперед. Смотри, аватары написаны. Какая прелесть! Вообще. 你们展厅里面跟我一样的配置吧？ 您这个是顶配，我们展厅的是中配。哦，中配的啊。 Там только что вы сфоткались, короче, не полная комплектация, а у нас полная комплектация. Да-да-да. Да-да-да, плюс-плюс. Что, мы на ней сейчас едем? Да, покатаемся? Да. Классно. Поехали. Покатаемся. Не только посидела, еще и покатаемся. Без звуки, да? Класс. Да. Огромная. Покатаемся? Да. А как же? Чинь. 你要往后站一点, 它才会自己打开. А. 哎,这太爽了. Видите? Очень видно, да? 它的雨雪天雾天不需要再去透过玻璃看外面的东西，所以非常非常的清楚。但这一万两千块钱，虽然男士应啊，但是感觉还是不错的啊。对，个性。嗯，我们开在外面跟别人是不一样的。哎，这还挺高的，我下我以前宝马在这个地方蹭过。我们这个车子是带空气悬架的，我们的底盘是可以调节的，还可以升高。对，可以升高，也可以降低。啊，这不跟我放车包一样吗？比方说我们速度比较快的时候，它可以自己去降低底盘。啊。然后整体通过性更稳定一点。如果有一些坑坑洼洼的地方，它自己底盘会升高的。然后增加通过性，整车乘坐起来更加舒适。我去，不爱弹幕再放车包。Да, то, что там есть, то тоже есть. Классная машина просто. Да. Особенно у нас еще хорошая дорога, на такой машине просто кайф. Смотрите наверху, уже другого цвета стало. Панорама только что была другого цвета. 这是我们的全景变色天幕，它可以根据阳光自适应去调节，比方说外面的光比较强，它自己会加深颜色，然后吸收紫外线隔热。今天天气还是比较热的，可以感受一下头顶。确实没有感觉啊。对，我那个
天幕是比较厚的。天幕我提前在网上买了，白买了，看来。对，我们顶配是有这个功能的，只有顶配才有，这个都不能选装的。在晚上的时候，我们后车里面的人脸都可以显示得很清楚。确实很炸裂，这个也特别清晰。坐稳了，谁已经很帅？哇！这是我们的双电机，零百加速有3.9秒的，更何况我们车里今天都是满员的。3G3G。你舒服呢，现在没考试，我们就好多功能还不能用，是吧？对。啊，必须。安全期间嘛。对，现在考试。因为这个车子智能化程度比较高。嗯。哎，假设我现在买了二维塔十二，我的账号我已经考过试，我买再买辆二维塔十一就不用考了。不用考了，完全不用。我账号不行。你看，它自己就升起来了。Вверх поймал, смотрите, положите телефон. Смотрите.Смотрите. 它里面下面是有散热出风口的。Да. 用无线充手机比较烫。Да, тут дырка есть, чтобы ветер дуло, да, вентиляция была, да. И массаж тут есть, 前排有那个按摩和通风。通风加热、按摩、后排加热都是有的，这些都是标配功能。帮您开一个哈，小塔，小塔。下午好，主驾。打开前排座椅按摩，打开前排座椅通风。收到。正在跑的。哎，华为这个车机确实反应比较快，而且我们语音可以自定义的，可以换成自己喜欢的名字，不用再喊他小塔、小塔、小一。嗯。可以换成，比方说小孩的名字啊，或者宠物的名字啊，这些都是可以的。好的，好的。支持自定义的。好的，下次换成我小姨子的名字。я бы на такой поездила у нас в Казахстане. Да. Да. 手机的状态栏一样，在这边也可以编辑，把自己喜欢的东西，你比方说外后视镜调节啊，经常要用到的。可以添加到这里面，下次要选择的话，直接在这边一拉就可以看到了。这个 Hello 这个语 ，Hello 那个语，它是不是可以随便换？现在对 ，Hello 屏它现在是可以随便换的。但是要更新一下哈。要更新系统了就。对，要更新系统，60分钟。更新完以后，因为这个车子它的脱衣过程中是昨天更新的。更新以后，我们前面那块屏幕想编辑什么，把自己的名字或者什么打上去都可以。就像我们店里的功能一样，因为店里的是最新版本。刚刚更新的你们就是。对。这我现在就关心这个辅助驾驶，我不这个26000不也选了吗？对。这怎么用啊？我们在考试通过以后哈，在城市道路任意车道的中间向下拨2下换挡杆，它就可以激活了。就激活了。设个导航，自己就开过去了。左转、掉头、右转都可以自己完成。你设完导航之后，然后下拨2下。对，开到任意道路的中间，它就可以自己激活了。就在城宜兴我们。对，也可以。对，它可以自己打灯变道，自己超车。比方说前面有个障碍物，或者说有个小孩在那里，它自己会绕过去的，不需要我们去接管。这么酷。对。回头我去试试。前方、侧方有障碍物，在我们人看不到，比方说我们开车的时候突然分神了，它都会帮我们踩刹车或者帮我们打方向。这个在关键时刻可以保命的。看得不太爽，把它撕了吧。新车的膜肯定是由车主来撕的。那它从哪边开始撕起？我替我老婆做个主，把它撕了。那大婶，我替你撕了，你的膜没有了。那大大。Если что, Наташа, скажите, я ей помогал. 您是我见过撕膜撕的最快的车主。我们有些车主。我这个还要拿下来。还有这里还有一个膜。Наташа, 我也帮你撕了，怕看不清，影响我这个驾驶安全。哎，这个也撕了。Как раз для вашей семьи машина. Наташа за рулем, ты рядом или наоборот, не знаю. Да. Сзади две девочки и Давид посередине. Ну, специально она хотела поменьше, чтобы еще одну купила. Классно. Хитрая. Машина просто... Мне нравится, Вась, смотри. Раз нажал, свет загорелся. Провел. Здесь смотри, сколько колонок, наверное, музыка еще. 有27个音响还是多少？27个喇叭。播放莫斯科郊外的晚上。Смотрите, здесь еще можно по видео разговаривать.
ума сойти. Да. С ума сойти. Саша, повезло тебе, у тебя такой Ваня. А я вот, понимаешь, не попалась мне такого не мужа. Попался. Не попался. Найдем вам какого-нибудь деду в Китае. Ну да. Пыталась, как дал, как на самолете полетел. Я вообще задние сиденья. Кайф, да, бабушка? Кайф, вообще кайф. Просто вот так. Вот. Я в восторге, и вот эмоции полные. Поздравляем вас, Ваня. Да. Спасибо. Ваня, шикарная машина. Поздравляю. Я рада за вас. Ваня. Это мои внуки. Ага. Ваня, ты лучший. Да, тебя. А вот смотри, она спустилась только что. Да. Ниже стала, да? Как спортивная. Колесо такая большая. Да, с ума сойти. 21-я резина. Да. Офигеть. Даже больше, чем на Фанчинбао. Да. Это было 20-е. Да. Классно, вот так. Вот машина, конечно, бомба, бомбическая. Да. Как я вам завидую, Ваня, переведи. Он говорит, что вы с такими машинами имеете дело. Вот. Он говорит, что вы можете создать такую хорошую машину. Молодец. Хорошая. Я очень удивлен, что вы можете так любить мою машину. Он очень тронут, что вы любите их машину. О, я вообще Китай люблю. Вот обе эти машины. 很久以前就。像我们都比较喜欢这些宝马、奔驰啊这些的，现在反过来，他们都喜欢我们的车子了。而且新能源，我们中国是走在世界前面的。哎呀，这第一。第一，老板。Кстати, здесь вот буфет этот Кости. Вообще бизнес замутил, да? Слушай, я тут как не посмотрю, все Костя. Да. Самые покатые ясинцы Костя. Представляете, я когда только с ней поженился, мы жили в маленькой квартире, кровать, вот они втроем вместе лежали, и мы втроем еще в маленьком лежали, в маленькой комнате. А потом в то время мне еще было нужно 1 000 000 юаней другим дать, и за то, что другой чувак у меня взял. Каждый день мама слышала, как я звонил, ругался. А он не возвращал. Да, и Наташа сказала, что как у меня жизнь будет чуть-чуть лучше, я все тебе отдам, то, что у меня есть. Правда. Мы в этом даже не сомневались. Да. Мы даже в этом не сомневались. Нет, вообще ты большой молодец. У меня слюни текут, вот как у собаки, вот до пола. Все, кушайте. Я Наташе билет куплю, ей можно поехать, сказала. Я не могу. Ваня, все очень-очень вкусно. Я так мечтала приехать в Китай, вкусно покушать, прям. Китай вкусный. Бабушка! Я не была в Китае, я так сказала. Что теперь просто хожу и кайфую. Поэтому на бабушку ходить. Я не поняла, ты уже получил документы на машину? Да, почти сейчас ждем вот официальный номер, а это сейчас у нас на времени можно ехать. Быстро? Да. Охренеть. Еще ничего не делаете, просто. Никуда не ходил. Да, мы просто покуляли, а не делали. Это просто, я не знаю. Да. Нас нужно полдня простоять в очереди в Алматы поехать. Мы сейчас на ней поедем. Да. Дастиш, фантастиш. Кстати, я первый раз буду ехать с тобой за рулем. Никогда в жизни не ездила.